Павел Глобо назвал 4 знака зодиака, которые в 2023 году окажутся на пике денежной удачи и счастья. Наступающий 2023 год кролика принесет многим удачу и большой успех. Астрологи дали прогноз на грядущий год, особо отметив представителей 4 знаков зодиака. 2023 год станет особенно удачной в финансовой сфере для этих знаков зодиака. Тяжелая работа будет вознаграждена по достоинству, старые долги получится отдать. Также могут быть выгодные предложения по работе или интересные идеи, которые принесут доход в новом году. Кому из знаков зодиака повезет в 2023 году с финансами, сейчас мы узнаем. Только в знак благодарности ставь лайк и подписывайся на мой телеграм. Ведь только там ты можешь бесплатно узнать свою судьбу. И вот эти счастливчики.